18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Лично для меня участие в выборах не только право, но и гражданский долг. В первую очередь долг перед молодым поколением, которое мы воспитываем, которое на нас смотрит и берет пример. А какой пример мы можем показать, если безразлично отнесемся к главному событию для нашей страны – выборам президента Российской Федерации? На мой взгляд, в этот ответственный для страны момент нельзя быть равнодушными. Нужно обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата. 18 марта. Выберем президента вместе.